Ну, по крайней мере, на другом сервере так было, когда я магом играл. Тебе сумон пришел, ты этот примешь или что, или еще раз сумонить? Все, сейчас. Забираю банки. Все, я с вами. Спеху сейчас поменяю. На шамане раз в пятилетку играем, блядь. А что ты вдруг на шамане решил поиграть? Ну, в рейд надо было шаман. Слава, может поменять злобного друля и ультрадруля местами. Ну, у кого там РЛ? Вот посмотри, на ком РЛ. Корона, на ком посмотри. Мак, поменяй, пожалуйста, местами друидов. Так или не так? Ну так, вроде. Только зачем? Ну похуй, в принципе. Типа там Эридар? И Эридар, и Зандалар. Это-то есть Милликан? На ману масло, на СПД? У меня есть два заряда. Угу, дашь намазать? Что-то мне кончилось бы. Оставь себе. Я вторую чарку хочу на шамана. Какая вторая там? Там она ужас знает, хуйня, короче. Не помню, как она там называется. Но тоже неплохая нахила. Ну а чё мы без ПСа, да? То есть Эрдру и два шамана. Ну я думаю, давай попробуем, конечно. Пусть подамажит. Ну, ПСа надо 45-й А под шмот. Ты какой-то темп ставишь? Исцеляющий поток или ману реген? Исцеляющий. Окей. А твой щиток на ком будет? Ты с кем там? Щит земли, в смысле? Ты про чё? Ну, щит земли. Я на этого кинул. Кулидринг. Ну, пусть будет. А ты на кого будешь свой кинать? Не знаю, сейчас посмотрим. На Милика на конь. Чё там, готовы? Чекайте. Да, ну они дамаг не получают, он хилить не будет. Ну и чё там, пуляем? Да, пуля. Друлька, вперед чуть-чуть встань, ультра в друль. Чтобы мобы на тебя не побежали. Ебать, сдуло, ну. Как так, да, казалось бы? Эма нету, ну. Да нет, тут какая-то дичь вообще, я хуй знает. Какой-то дамаг был. Дыхание. Что-то ну. Было, по-моему, дыхание. Вышел кто-то со сферы, короче. Ну да. Волны мрака, он все увидел. Да, потому что дыхание прохиливается. Ну, опять заново надо рассказывать. Давай, я не знаю, как, надо какой-то трай дать, где все показать, и чтобы люди еще, да, я понял, блять. Все видят черную сферу, которая от босса летит к игроку. Видят эту хуйню? Она останавливается в нем, и в ней надо стоять.
Если вы с нее... Говори. Если вы с нее выйдете, по всему рейду 10 тысяч дамага в секунду будет, блять. Мы вайпаемся из-за этого, блять, который раз. Вы должны остаться в этой хуйне. Если вы остаетесь, вы должны прожать прожим. Даже если в черной херне. Даже если в черной херне. Куда все на собаку пошли? Ой, бля, натуре. Там просто пол... Тут... 7 человек на собаку ушло. Тут хрен здесь все равно. Тут еда, блядь, стоит, нахуй. Видишь, кабан. Да пофигу, еще поставлю. Еще 2 осталось. Давай я поставлю метки и скажу, как мы со взятым били. По-моему, будет проще. Ну, попробуйте, я хуй знает. Самое главное, шарика не выходить, чтобы рейд не вайпался, а то, блядь, пиздец. Ты, Костя, думаешь, что ты метку поставишь, и никто из шарика выходить не будет? Назначим конкретных людей. Которые будут сферу ловить, да? Которые сферу будет держать в метке. Да, ну вот кто это может быть из этого рейда? Давай, попробуй. Дайте ассиста на Holy Drink. Вот Песа, допустим, и кто еще второй? Там же 2 надо человека. 3 даже. Тогда один велик получается. Будет, когда, короче, будет трэш появляться, портал с трэшем, будут за босса уходить за 1 секунду, когда будет портал появляться. Короче, смотрите, объясняю. При пуле босса все становитесь в один кемп. Становитесь вот в череп. Когда кинется метка, один человек назначенный остается в черепе, все перебежали в крестик. Стоят здесь, бьют. Когда будут волны черные, вам будет достаточно шаг вперед или шаг назад сделать, и вы выйдете из войд-зоны. Но назначенные люди не выходят. И вот, перебежали вы в крестик. Кидается следующая сферка, крестик. Второй назначенный человек остается, весь рейд перебежал в квадрат. И вот так вы бегаете с метки в метку. Эти бублики выносите за оградку, за решетку, за эту. На первый... Ну, получается, дыхание и лужи я сдам массакру. Что там по сейвам дальше? Все. А все, да. В сове подхиливай покровительством, блядь. Прожимай дубовую кожу. Пояса щиток кидай по себе хотя бы. По мне кидай там, блядь. Ну, когда там все равно есть, ну, типа, видишь, что, допустим, у меня пол хп съелось, скинул по мне щиток, и все, и дальше это бей. Главное, мужики, блядь, не уходить нахуй со сферы, потому что если опять дамаг по рейду, опять мы все упадем. Давай, слышишь, в череп. Че? Черепи, Леха, ты останешься. Хорошо. Крестики, оставайся, Войд. И третий, пусть будет Песа. Квадрат. Изначально все стоят в черепе. Короче, кто держит сферу? Да. Кто держит РДД. Сферу, если черная зона появляется на тебе, просто не касти, и все, тебя будет хилить. Эсса, в череп встань. Мах тоже. А зачем ты так расставил? Ну ладно. А мне в крест когда выбегать? Смотри. Как вот только в череп пролетит сферка, все убегаете в крест. Как только в крест пролетит сферка, все убегаете в квадрат. Понятно? Угу. Ну, давайте 3, 2, 1. Мак, куда пошел?
Мах, блядь. Бомжей ловить нет, блядь. Сейчас не надо. Ну так я постою тут, в чем проблема-то? Ну ладно. Берегитесь. Твоя тактика пошла лесом. Потому что мах, блядь, не исполняет ее. Я стою на месте, что не так? Вот сфера подо мной, я стою на месте, не кастую. Давайте резать два БР или что, или дрочить будем. Вы говорите смелее, ну, и, ну, просто если я нажимаю кнопку, я не хилю нихуя. Вышли, вышли с черепа. Все. Я вот в кресте лутаю дамаг от черепа. Отходите дальше. Берегитесь. Че, вот нельзя было выйти в Макте, блять, или еще, блять? Второй БР где? Сейчас после дыхания встанет. Второй БР давай. Вставай. Сейчас погружение будем делать после дыхания. Да не нахуй, ну тут нехуй делать, бля. Не, пизду. Я хуй знаю. Завязываем, да? Ну, блять, я не знаю, ну... Чего-то не хватает, нахуй. Какой-то хуйни, нахуй, ну... Так вот дохнуть нахуй, черный пол и не отойти, ну я не знаю, ну сферы нету, черный пол, ты сдыхаешь, ну это ж пиздец. Давайте еще трое и расходимся. Я пошел уже. Ты все уже? А, ну тогда все. Ну, значит, до лучших времен. Ладно, всем счастливо, пошел спать. Да.